Потому что вера – это прежде всего, а все остальное вокруг уже второстепенно. Господь коснулся души. Я не разделяю. Я тебя понять. The reason he's coming back, in my opinion, to really represent Russian MMA. I've been in Russia with Fedor, and the guy's a superstar over there. He's the minister of sport in Russia, governmentally placed. So he actually had to ask Putin's permission in order to fight outside of Russia. And I understand Fedor's a legend, but this is a home crowd for me, for sure. Не знаю, свое дело, свои победы. Это нехорошо, потому что за каждое слово нам придется ответить. Если не перед людьми, то перед Богом. А все воля Божья. Я буду, конечно, я буду готовиться максимально хорошо, но как Господь управит, так и будет. Будем изо всех сил стараться победить. Тысячи километров от своей родины. Знаете, ну, интересно бывать в тех местах, когда, где никогда не было, и их никак не себе. Тут, скажем так, проходил по улицам, увидел все своими глазами. Поэтому для меня это, конечно, большая радость выступать здесь. Здесь тоже публика, здесь тоже люди, здесь тоже есть поддержка. Но, с другой стороны, я понимаю, что через меня в какой-то степени американские люди, что я представляю свою страну. Но, честно сказать, мне чем меньше меня узнают, тем спокойнее живется. Я думаю, что карьера моя уже большая, долгая. И я встречался с лучшими бойцами. И сейчас вот у меня замечательный соперник. Выходя на бои, я каждый раз представляю свою страну. Я понимаю, что по мне судят о том, какая Россия, какие русские люди. Тем самым я хочу показать.